А ты хочешь получить весь банк на рулетке? Тогда сливай свой хлам инвентаря и делай моментальные ставки на сайте ggvp.ru без задержки в Steam. Также загляни в магазин вещей, цены там гораздо ниже, чем на торговой площадке. И не упусти уникальный шанс получить халявный батл пасс. Подписывайся на паблик проекта ВКонтакте и участвуй в розыгрыше. Переходи по ссылке в описании или ОД ультанет по твоему интеллекту. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Имба Шоу, и не удивляйтесь тому, что сейчас Кентавр пускает из себя пилы, это все нормально, мы с вами в Легендах Доты, и сейчас мы с вами проведем очень интересный эксперимент, мы создадим максимально большого пуджа, которого только можно, выбрал именно пуджа, потому что у него клевый есть скилл, который хукает. Хук увеличится, по идее, тоже вместе с моделькой персонажей. А вот, мы тут с Гошей вместе. Кстати, Гоша, скажи всем привет. Всем привет. Да-да-да, только повеселее. Всем привет. Слушай, мне кажется, вот эта белка прыгающая веселее, чем твоя. Привет. Ну ладно, не будем отвлекаться. У нас, получается, здесь уже подготовлены несколько кентавров 100 уровня с максимальным количеством силы. Увеличивать пуджа мы будем за счет дикея. Плюс мы тут поэкспериментируем, накинув различные скиллы и способности, которые увеличивают еще больше нашего пуджа. Ну, я не знаю, насколько сильно нам это пригодится. Ну что, поехали? Давай начнем с одного кентавра. Ну, как-то мы не сильно растем, да? Вот, смотрите, у нас уже такой относительно небольшой пуч. Мне пришлось звуки потише сделать. Но давайте мы еще на него насосем хотя бы до 500. Ой, я чуть-чуть случайно... Вот, блин, ты близко к ним стоишь. Нет, больше мы с него высосать не можем. Оно не успевает, исчезает. Нет, смотри, сосет. 400. Ну вот у нас уже пуч такой, как бы, не маленький. Давайте посмотрим, какой же у него хук. А ну иди сюда. Вот как можно таким здоровенным хуком промахнуться? Гоша, не шевелись, мне трудно попасть в тебя. Как такой хук промахивается? Сюда иди. Вот. Ну, в принципе, это ж не предел самого интересного, что может быть. Но хук, я вот смотрите, пудж у нас такой небольшой, а вот хук уже нормальный, он все равно промахивается. Я не знаю, как попадать таким хуком. А ну, подойди теперь к вот этой толпе, друзья. Давайте, наверное, чтобы не затягивать видео, просто посмотрим, насколько у нас будет с вами большой пудж. Ну что, поехали, сейчас может чуть-чуть лагать будет. Давай, мультикас, во-во-во. Пуш наш растет, так, пока хватит, а то сейчас за карту вылезем, офигеть. Нет. Вот это, смотри, блин. Знаешь, как в фильмах про великана, где он там еле-еле передвигается, все жанры выдержаны. Нифига себе хук. Обалдеть, я его даже не вижу. А ну, отойди, я хочу, чтобы он максимально вылетел, чтобы увидеть его. Ну... Но он даже не летит, он даже от меня сам хук не успевает отлетать. Так, ну, давай еще заюзаем на себя Бладласт, чтобы увеличиться. Оп, и БКБшку. Ну, смотри, у меня уже, честно говоря, пуш не вмещается в экран чуть-чуть. Но это ж не максимум, мы всего лишь 600 силы только украли. Сейчас она вся спадет. Мы украли до этого около 1000 силы, а сейчас попробуем 2000 силы украсть. Ну что, поехали. 200, 300, 400, 500... 700, 800, уже пуш не вмещается в экран, 1000, рефреш надо срочно писать, 1700, 1800, у нас тут уже ультра. У меня почему только его гениталии на рефреш. Экране. Рефреш, 2000, ребят, 2000, вы просто посмотрите на эту жесть. Я у меня просто нога больше, чем сам этот кентавр, да, я на тебя сяду, раздавлю, офигеть, он просто не помещается в экран, блин. Я завис. А нет, отвис. А если мы на ХГ куда-нибудь запрыгнем на ХГ? Ну, смотрите, он просто на ХГ не помещается. Попробуем сейчас выпустить хук, но хук просто не успевает отлететь, потому что он два раза больше, чем сам пуш, мне так кажется. Ну, смотрите, меньше 1000 силы и пуш просто вот на весь экран. Вот он у нас, его жопа тут красивая бегает. А, о, кстати, хоста, если мы хосту возьмем. Но он очень пытается быть быстрым, но у него это слабо получается. 2800, 2300, 2400, почему я сказал 2800, не знаю. 2700, ну давай, 3000. Все, я, честно говоря, вижу только правую ногу, по всей видимости, или я не знаю. Все, 3000 силы украли. У нас лапа больше, чем трон. Смотри, мы наступаем на трон, и он почему-то не падает, хотя...
по логике вещей он должен упасть. Остановите его! Да, БКБш. А что будет, если включить ульту Голем, ульту Андайнга? Оп! Смотри. Он еще больше стал. Так, давай подворуем еще чуть-чуть силы. Да, ребят, вот это вот самая кастомка легенды Доты. Очень часто спрашивают, что это вообще, как это возможно, вот где мы это все делаем. А я напишу в описании название этой игры, так что не ленитесь заглянуть туда, там всякие ссылочки есть интересные. Вот, а называется она «Легенды Доты», официальная версия, так. Я думаю, эксперимент очень даже интересный получился. Если вы хотите, чтобы я провел еще что-то такое вот подобное для вас, записал видео, то обязательно напишите ваши безумные сборки в комментариях к этому видео. Спасибо большое, что его заглянули, посмотрели. Еще больше вам будет спасибо, если вы подпишетесь на наш канал и поставите лайк этому видео. Вот, группу ВКонтакте, в друзьях ВКонтакте, в Инстаграме, везде подписывайтесь, короче, чтобы быть в курсе всего. Ну а с вами был канал ImbaShow, друзья. Играйте за Пуджи огромного, у которого лапа больше, чем половина карты, и тащите катки. Всем пока и всем удачи.